Областное радио. 10 лет назад мы с художниками организовали галерею. То есть они меня пригласили сначала просто как антикризисного управляющего. Типа, а помоги ты нам что-нибудь сделать так, чтобы художникам стало легче. Угу. Современным художникам, галерее современного искусства. Да. Ну и, соответственно, да нет, какие проблемы, давай сейчас сделаем. Ну и, наверное, под старый след или еще что-нибудь, но меня затянуло. А так-то затянуло, и все. Это такая трясина, откуда не выберешься уже никогда. Скажите, на вашей выставке все-таки представлены разные жанры искусства или нет? Да, конечно. На самом деле, вот выставка, которая сейчас у нас сегодня у нас открывается, приходите, пожалуйста. Это мега Сокола автовокзала, 3-й этаж, художественная галерея номер 1. Вход бесплатный. То есть... Вообще у меня написано вход свободный ежедневно с 25 декабря по 20 января. Да, правильно написано. И выходных, и перекуров на обед нету. То есть можно прийти всегда и пообщаться, если вам это интересно, об искусстве. Но вообще галерея, вот в моем понимании, в обывательском, что там говорить, это такая вещь несколько элитная или элитарная, как тут говорить. То есть туда приходит что-то еще и приобрести, так сказать, в виде современного искусства. А кто ваши посетители? Ну, на самом деле, нужно понимать, что, то есть, будем говорить, искусство нужно тому, кому оно нужно. Кто хочет и кто в этом разбирается. То есть, конечно, гораздо проще взять из журнала «Огонек» внутренний разворот и повесить его. Ну, не имеет значения, в туалете, не в туалете. То есть не имеет значения, где. Это проще. То есть если душа тянется к искусству. Но на самом деле ситуация еще интереснее, когда понимаешь, что искусство помогает думать образами. И, конечно, основными потребителями это у нас является элита. Не потому, что это дорого, а потому, что люди пытаются с помощью образов, а не аналоговым способом, руководить другими людьми. Вадим, ну а как вообще ваша история с искусством сложилась? С чего вы начинали? Как вы к этому пришли? О, это очень интересно. То есть, на самом деле, в 26 лет я начал покупать картины. Ну, и в 26 лет, там, самомнение, чересчур о себе и так далее, да я все знаю и все умею. Ну, я был уже начальником строительного управления, там, еще что-то. Ну, и начал покупать картины, и года через 3 понял, что я покупаю какую-то ерунду. То есть до меня дошло, что мое мнение, мой выбор, это не самый лучший выбор. И что этому всему нужно тоже учиться. И потом я учился 18 лет. Я выбрал лучшего художника в городе, Даниила Меньшикова, себе учителя. То есть другого пути просто нет. То есть нужно ходить на выставки, нужно насмотренность определенную иметь. А вы учились быть галеристом? Или же вы рисовали? Нет, художником? Я учился понимать искусство. Я учился быть потребителем. То есть даже чтобы быть потребителем искусства, его нужно любить и понимать. И историю искусства тоже нужно читать. Не получается ее читать запоем, потому что это как любая наука, ее нужно изучать. Ну и, соответственно, нужно всегда иметь руководителя, который подскажет, в каком направлении идти в изучение. Что искусство, а что не искусство. Ну да, и это тоже. О, как интересно. Слушайте, но еще одно, извините, такую мысль популярную я вам сейчас расскажу. Ну, современное искусство, штука специфическая. Вот как понять, что искусство... Сейчас банан вот этот видели, это прилепленный скотчем на стенку. Ну. За 120 тысяч евро. Ну это что? Искусство? Ну, на самом деле, нужно понимать образ, который несет этот банан. А можете нам немножечко растолковать, потому что, мне кажется, большинство наших слушателей сейчас находится в ступоре. С чем все-таки это связано? Ну, будем говорить, современное искусство, оно не связано, оно заставляет людей думать. И вообще искусство заставляет людей думать, переживать, получать эмоции. Это, например, вот давайте разберем искусство театра или там, киноискусство. Да? То есть вы приходите, и вам все дают на блюдечке с голубой каемочкой. За вас все думают, особенно американское кино. То есть только жуй жвачку, и все нормально. И ешь попкорн. На самом деле есть другие виды искусства,
тоже изобразительное искусство, где нужно быть немножко подготовленным. Его нужно изучать до того, как ты начал потреблять банан, приклеенный скотчем. Это то есть банан, приклеенный скотчем, это выдернуто из контекста. И то есть, ну, на самом деле, это неправильно так вопрос ставить, что такое есть банан, приклеенный скотчем. Тут на самом деле нужно контекстно и какие образы и для чего это ведет. Конечно, часто искусство бывает революционным и даже, будем говорить, немножко, ну, то есть неудобным для... простого восприятия, да, лобового, как да, вы говорите. Да, потому что это часто бывает протест против того или другого. Ну, то есть, но это всегда что-то новое. Ну, чтобы именно понимать искусство, нужно с ним быть хотя бы рядом. Или здорово, на одной ноге. Здорово. Мы устраиваем пленэры. А, пленэры, извините. Пленэры, то есть не обязательно за границей. То есть и на Алтае, и на Байкале, и то есть везде, где мы ездим с художниками. Мы, то есть что такое пленэр? Это рисование на открытом воздухе. Даже если художник занимается абстракцией у себя в мастерской, все темы черпаются все равно от природы, от именно живого письма, от общения. Нужно всматриваться. То есть можно смотреть через окно экскурсионного автобуса, а можно сесть около камня и сидеть на него смотреть. На самом деле меняется солнце, двигается, меняется свет, меняется цвет. То есть если мы всматриваемся в камень, мы получаем не меньше информации, чем из окна экскурсионного автобуса. Знаете, находясь, Саша, ты меня можешь поддержать. Так. В Санкт-Петербурге, угу, в Москве, летом особенно, на вот таких проходных больших улицах, ты всегда видишь художников. И по-всякому рисуют, как вы правильно говорили. И очень доступно, и очень красиво. И мне всегда кажется, как бы вот у нас в Новосибирске так, чтобы было. Да, что вы можете сказать в защиту нашего города? Вот девчонки из художественного училища, я их часто вижу в центре, они, ну, видимо, занимаются, да, так, чтобы вот были такие какие-то художественные пятачки, нет? На самом деле, будем говорить, Новосибирск, город очень молодой. То есть это город, ну, воришей и торгашей, город-площадка, которая, ну, город-вокзал. На самом деле, город с невысокой культурой, и поэтому он не может содержать не то что большое даже количество художников. То есть искусство в нашем городе не такое востребовано. Нам никогда не догнать даже такие маленькие города, как Томск или там Омск. Омск-миллионник, но возьмите художественные школы, и их там в 3 раза больше, чем в Новосибирской области. То есть уровень культуры на порядок выше. Вот я задал вопрос, что называется, нарвался. Но, да, тем не менее, свет в конце туннеля. Но не только художественная галерея номер один, но тем не менее, есть же, и Саша правильно спросила, о молодых художниках, может быть, на них надежда? Возможно, есть какие-то общие тенденции, к которым они стремятся? Ну, да, на самом деле, вы понимаете, что город молодой, и раньше к нам, то есть так получилось, там, в 50-х, 60-х, 70-х годах к нам приезжали столичные студенты, столичные художники. Сейчас пошла тенденция наоборот. Раз городу не нужны художники, они уезжают. То есть даже те заслуженные, там тот же Данил Меньшиков, мой учитель, в результате уезжают там, где они более востребованы. И именно невостребованность средой именно художников — это один из больных вопросов. Ну и в этом смысле, можно сказать, вы их аккумулируете и стараетесь реабилитировать эту ситуацию. Ну да, да, по-своему, то есть и так далее. Я пытаюсь, наоборот, привлечь в наш город из других регионов, то есть художников. Радио 54. Первое областное радио.